Глава 28 моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Закон благотворительности, закон отдачи и получения. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет, ибо доброхотно дающего Бог любит. 2 Коринфянам 9:6-7. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меру бережлив и однако же беднеет. Книга притчи Соломоновых. Это, пожалуй, один из самых важных законов процветания. Что же это за закон? Закон благотворительности, отдачи и получения. Или, как говорят в народе, кто что посеешь, то и пожнешь. Когда же надо сеять, когда уже полны карманы денег или когда самому не хватает на жизнь? Некоторые говорят, вот когда буду зарабатывать больше, когда появятся деньги, тогда и буду жертвовать. А пока я сам нуждаюсь, какая может быть благотворительность? Как-то с трудом верится, что при больших деньгах человек будет щедрым, если он не хотел помогать и делиться, имея скромный доход. Деньги имеют способность только усиливать наши качества, которыми мы обладаем. Это значит, если человек был прижимистым, то разбогатев, он будет жадным. А если был добрым и щедрым, то его доброта и щедрость умножатся. Вы говорите, что у вас нет денег, вы очень мало получаете, а вы хотите иметь больше денег, тогда давайте, делитесь с другими, что имеете на данный момент сами. Закон жизни таков, что сначала нужно отдать, чтобы достичь процветания и изобилия в жизни. Необходимо делиться тем, что имеешь. Многие преуспевающие люди знают об этом и регулярно отчисляют десятину. Например, Рэнди Гейдж, прочитав об этом, стал жертвовать десятину с каждого доллара, и его доход с каждым годом стал увеличиваться. Теперь он богат, успешен и счастлив. А когда он этого не делал и не знал о духовных законах, его преследовали нужда, проблемы и болезни. Кстати, деньги он отдает с радостью и благодарностью. Кому же отдавать? Вы всегда сможете найти того, кто нуждается в помощи, кто имеет еще меньше, чем имеете вы. И не важно, насколько мал ваш достаток. Найдите таких людей. Это не так трудно сделать, и предложите им свою помощь, дорогие мои. Всегда помните, что для миллиарда человек готовы поменяться с вами местами, независимо от того положения, в котором вы сейчас находитесь. В их глазах вы богач. Если вы постоянно думаете, что у вас мало денег, такими мыслями вы отталкиваете от себя изобилие и достаток. А когда делитесь своими доходами, вы посылаете во Вселенную сигнал: «Благодарю, у меня есть деньги, я могу помогать другим». И ваше тело получает информацию: «Я помогаю другим, я жертвую деньги, а значит, я их имею, я являюсь источником». Станьте дающим, делитесь с другими. Помните, что когда вы делитесь с другими, тем самым вы заявляете миру и самому себе, что денег у вас больше, чем достаточно. И когда эта мысль укореняется в вашем подсознании, вы сможете иметь все, что пожелаете, любые блага и количество нулей на вашем банковском счету. Все для вас станет реальностью, когда вы делитесь с позиции благодарности и изобилия. Это умножает то, что вы отдаете, и привлекает деньги в вашу жизнь. И наоборот, чем крепче вы сжимаете и удерживаете деньги в кулаке,
тем меньше становится их приток в вашу жизнь. Всегда помните, когда вы что-то даете, щедро делитесь с другими, ваш достаток будет расти, дорогие мои. Вы получите еще больше, ваше благосостояние будет умножаться, умножаться и умножаться. Потому что закон будет работать на вас, и вы получите, потому что отдаете. И это секрет процветания. Доброхота дающего любит Бог. Это значит, что вы делитесь с радостью от всего сердца, а не потому, что хотите что-то выгадать и получить взамен. Благотворящий бедному дает взаймы Господу. И уж будьте спокойны и можете не сомневаться. Вам воздастся сторицей. Вселенная жизнь вернет вам ваши блага приумноженные. Задумайтесь над словом «благотворящий», «благотворящий человек». Человек, который творит благо. Вы можете иметь огромное количество денег и материальных благ, но если вы не делитесь с другими, вы никогда не будете по-настоящему счастливы, богаты и успешны. Помните, процветание, успех и счастье – это не пункт назначения, это процесс, ваш образ жизни, ваше мировоззрение. Если вы хотите, чтобы жизнь приносила вам подлинное удовольствие и счастье, никогда не забывайте об этом, и тогда вы сможете творить чудеса, как для себя, так и для других людей. Творите добро каждый день, помогайте тем, кто нуждается, жертвуйте туда, где вам оказали духовную поддержку. Купите продукты тем, кому сейчас трудно. Поделитесь своими знаниями, отнесите в детский дом подарки для детей, накормите бездомное животное, подумайте сами, что вы можете сделать, кому оказать помощь. Станьте дающим. Встречаются и такие, кто вообще не представляет себе, как это отдать, да еще от всего сердца. А вы просто попробуйте, сделайте это и убедитесь сами, как приятно делать добро другим. Ты просто не представляешь, как твои слова о том, что если он будет делиться, помогать другим, щедро сеять, то щедро и пожнет, будет иметь гораздо больше, чем сейчас. Подействовали на него, сказала моя знакомая. Мы с ним встречаемся уже несколько лет, но он ни разу не подарил мне даже букета цветов. А сегодня пришел с цветами, продуктами и словами простить его, что не делал этого раньше. Он воспитывался в семье, в которой было не принято помогать и делиться. Ему просто никто об этом раньше не говорил, а твои слова запали ему прямо в душу и открыли глаза. Начните с малого, отдайте столько, сколько можете. Тому, кто нуждается, даже если эта сумма кажется вам очень маленькой. Оглянитесь вокруг, может быть, вашим близким, родственникам или знакомым нужна ваша помощь или слова поддержки. Когда человек творит добро, он испытывает положительные эмоции. Помогая другим, вы с удивлением обнаружите, как изменится ваше отношение к самому себе. Вы будете ощущать себя совершенно иначе, по-другому. Вы почувствуете, что преисполнены чувством благодарности за все, и это изменит ваше отношение к себе, к другим, а также ко всему миру. Делиться значит иметь больше. Десятина не вычитается из доходов, а умножает их. Хансен Алле. Кстати, это самое хорошее вложение капитала, посеет семена благотворительности и добра. И вы удивитесь, как быстро будет увеличиваться ваш урожай. Потому что этот закон работает всегда, а теперь он также будет работать и на вас. Это ответ тем, кто достиг определенного уровня дохода и с большим удивлением обнаруживает, что никак не получается заработать больше. Это сигнал.
Хотите процветать, делитесь тем, что имеете, жертвуйте. Причем давайте тайно, не осуждая. Дали, помогли и забыли. Не надо об этом всех оповещать. Это ни к чему, друзья мои. Вселенная все видит, что и сколько вы даете, сколько имеете, сколько вы даете. А вы как думали? Если человек хочет только получать, происходит застой и прикрывается денежный поток. Деньги любят движение. Деньги – это всего лишь энергия, циркулирующая во Вселенной. Учитесь спокойно их отдавать, и тогда и знайте, что они обязательно вернутся к вам. Роберт Аллен, автор книги «Миллионер за минуту», оказавшись на грани разорения, задумался, что он делал не так, в чем ошибка, почему все его богатство улетучилось. И только когда он понял, что имея богатство, им надо делиться, и стал регулярно выписывать чек и жертвовать десятину, его жизнь стала меняться. Он осознал силу десятины и благотворительности. И перед ним стали открываться новые возможности. И их появилось столько, как он говорит, чтобы реализовать их все, надо 10 жизней. Творите добро, творите благо, жертвуйте, будьте щедрыми, так как кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Делитесь, давайте с радостью, с любящим сердцем. Творите добро, и все, что вы отдали, вернется к вам стократно. Делитесь, и вы всегда будете процветать. Возьмите себе за правило каждый день спрашивать себя, что я могу сделать для других и для мира. Может быть, кто-то нуждается в моей помощи и поддержке. Помните очень простую формулу. Чем больше мы отдаем, тем больше мы и получаем. Ну и форзацы моей книги. Вы человек особенный и уникальный. Ощутите себя избранным судьбой. Вам подвластно все, вам подвластны любые дела. Для вас нет ничего невозможного. Верьте в себя, в свою уникальность. Ступайте смело, и перед вами будут открываться любые двери. Вы достойны богатства и процветания. Поверьте в это. Поставьте цель и докажите себе и всем, что вы могущественны и можете все. Применяйте полученные знания, духовные истины, накопленные веками, а также силу вашей мысли, силу сознания и подсознания, позитивное мышление. Верьте в себя и действуйте, действуйте, действуйте. И не отступайте ни на шаг. Только вперед, только так и никак иначе. Будьте настойчивы, будьте смелыми, будьте сильными. Идите смело, ибо вы могущественны и можете все. Вас ждет достойная награда и процветание.